26 июля в Ульяновской области в 16 раз отметят День отца. Праздник приурочен ко дню рождения выдающегося земляка, педагога и многодетного отца Ильи Николаевича Ульянова. Со слов современников, он был образцовым главой семейства. Не отстает от эталона отцовства 19 века и современные папы. Стойкие, мужественные, заботливые и любящие в честь регионального Дня Отца уже по старой доброй традиции собрались в сквере Ульянова, чтобы возложить цветы к памятнику. Все они – участники регионального конкурса «Отец года 2020». В этом году, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, но конкурс прошел в полном объеме, папы были очень активны, 115 человек приняли участие в этом конкурсе, понимают свою роль и значимость в семье. Когда мужчина, отец, берет ответственность за свою семью и за воспитание своих детей, всегда только хороший результат. Из 115 отцов-участников 12 многодетные. Первый этап конкурса всегда проводится в районах области. А дальше лучший местный папа выходит на региональный уровень, где на основе портфолио и творческого подхода судьи выбирают победителя. Главный критерий оценки жюри – роль воспитания детей. У меня был отец, который очень многому меня научил как раз-таки своим примером. Он брал меня с собой везде, на рыбалку, в гараж, объяснял все нюансы. У меня двое детей, старшему 9 лет, Виктору, младшему 4 года будет, Демьяну. Также на всем примере стараюсь. Спортом активно занимаемся. Алексей Родионов тоже папа двоих детей. День отца в их семье – двойной праздник. 26 июля учитель географии отмечает день рождения. Участвовать в подобных конкурсах для него не в диковинку. В 2015 году Родионовы получили статус семьи года Ульяновской области, а через год победили на федеральном этапе в номинации «Сельская семья». Поэтому, когда предложили участвовать в конкурсе «Папа года», вопросов вообще не возникало, никаких участвовать или нет. Мы это приняли с большим удовольствием, с желанием, хотя понимали, что это очень, во-первых, и трудно, и ответственно, ну и было, и есть что показать. Теперь у Алексея в копилке еще одна награда – победа в областном конкурсе «Отец года». Вторым в состязании отцов стал папа троих сыновей, а третье место разделили сразу два участника – многодетный отец из Вишкаимского района и папа двух сыновей из Старой Майны. А наградили участников и лауреатов конкурса в историческом месте – саду Ульяновых, где великие деятели Симбирской земли всей семьей собирались за завтраком. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ул Правды ТВ.